В Сургуте утренний час пик на улице Геологической. Сегодня запомнится авария с пострадавшим. Напротив налоговой инспекции около 9 утра столкнулись Нива и Датсун Онда. Предположительно, водитель отечественного авто поворачивал налево, однако в безопасности маневра не убедился и не пропустил встречную иномарку. Удар по Датсуну пришел в правую сторону. По данным Сургут-24, 45-летняя женщина, пассажир Онда, получила ушиб и гематому плеча. К счастью, госпитализация не потребовалось.